Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству туризма и спорта развивать новый вид спорта в стране – падел. Речь об этом шла во время приема главы ведомства. Ербол Мырзабосынов доложил о ходе выполнения поручений по комплексному реформированию отечественной спортивной отрасли. Это включает в себя развитие детско-юношеского спорта, повышение квалификации судей и специалистов, сокращение количества легионеров, оптимизацию деятельности федераций. Президент поставил перед министром задачи по дальнейшему совершенствованию сферы спорта и туризма. В частности, уделить внимание развитию набирающего популярность вида спорта – падела. Эта спортивная игра очень похожа на теннис. Но вместо больших теннисных ракеток игроки используют меньшие и более компактные падел-ракетки. Настоящий прорыв в развитии этого вида спорта произошел этим летом. Национальная федерация падела Казахстана стала полноправным членом Международной федерации падела. Наша страна стала 70-м членом этой международной организации, что позволит ей теперь подать заявку на вступление в Международный олимпийский комитет.